Сейчас посмотрим это. Может, кто-то подойдет еще. Можно и ТТГ сначала сгонять. Но вообще изначально РС-ку с ТТГ. Первую, Мне потом только писали, РС-ку с ТТГ вторую. что у Хотели нас РДД сходить. вообще, блядь. Ну, все правильно, так и должно быть, по идее. Одна пачка РДД и все. Ну так что, мы идем РС, потом ТТГ, или два раза РС, потом два раза ТТГ? Короче, идем два раза РС, потом два раза ТТГ, а потом еще раз идем ТТГ, а потом еще раз РС. А потом еще три раза ТТГ идем, а потом три раза РС, а потом, короче, идем еще в ТТГ 10, а потом РС 10 гер. Короче, понял, да? Главное не запутаться. А в обычку РС нет? И в обычку? Мы сейчас в обычку идем. Нет, хочешь? В десятку. А, в десятку. Ты сказал про гер, а, ну, обычка. Блять, есть шкаф у тебя имя имен? Что-то, блядь. Ладно, похуй, там все равно два кашера. Похуй уже на этот шкаф. Пошли хуярить трэш. Опять недавно этот ролик смотрел. Держан заебал. Давай на работу пойдем. Свежий ролик. Свежий? Чё? Не, он старый ролик. Не-не-не, он прям вот. Когда вот еще старый ролик? Дня три назад, блядь. Старый как говно мамонт. Он наебывает, не слушай. Ты чё, троллим что ли заделался? Нет. Так что, блядь... Бигдэм, у тебя опять микрофон, пиздец, хуй. А у него по КД такая хуйня. Хеликоптер, хеликоптер. Прям вообще пиздец, прям, блядь, слышать невозможно. Очень по ушам бьет. Ладно, я пошел. Удачи. Удачи на даче, нахуй. Чё за пидор меня откидывает? Сколько мы стоим? 60. Это. А чё этот хуеплёт кастует в рейде, я вообще не могу понять. Хоть бы, блядь, стан ему давали. Фир там, я хуй знает. Как-то не так. Давай сведем тогда хули уж. Я думал, вы пробудители заберете, вы какую-то хуйню делаете. Ну ладно. Похуй тогда. Просто давайте стан, фир у этого моба, который кастует. Взрывную а ты волну. Зачем? Ты зачем друлем туда зашел? Не знаю, а чё. Друлем просто охота потанчить. Ну, ДК вроде не то. ДК нахуй нам ДК. Бесполезный класс. Ну да. Согласен. Агро пиздец просто с агро. У кого хотя бы, ну да, хотя бы они вернули бы агро, которое, ну, было до этого на личе, которое обычно, так они. Да там нормально, не, нормально там агро. Нихуя не нормально. Это просто люди дамажат дохуя. Вот всякими чарками там, всякой хуйня. Сум, Давакин, лети, блядь. Сум, блядь. Компати кидали, сумонили, блядь, и в АФК были. Шкаф стоит. Это не мы лентяй, это ты лентяй. Помощь.
Хоть бы фиры какие-то расчехляли, я хуй знает, сало там подкидывалки на взрывную волну, станы. Нихуя не дать. О, хорош. Вон там пробудитель один остался, его можно добить. И вон еще вот эти вот новые два. Я лично от них отбегаю, вот, жалуюсь, не откидываю. Заебись. Иногда не получается, конечно. Можно в кошке дать стан. Так вот. Ангварчик, куда эти пати? Антикрист зайдет? Нет, что-то я не вижу. Это бонсай, блядь. Где он там, блядь? Острекс. Прош. Что-то этого нету. Взял офнуться куда-то. Беру его пока. Ну это суммоните вара. Ну давай хулидринку в третьего танка. Этот рарник первую копию, хулидринк вторую. Я босса подержу. Чё там? Есть шкаф? Нет. Тыкайте. Так это можно я на вары перенесу? Я забыл, блядь, что мне нахуй. Чешка еще нужна. Ну давай быстрее. Ебаните ему портал там до Лоран. Да, я не заморал. Варом пойдешь? Да. Окей. Пиздатый маунт Волги. Здорово всем. Здорово. Привет. Привет. Здорово. Костя, ты сам кулак кинь. Я прото кинул. А, ты в танк. Так, я каски раздал. А кто-нибудь рарник или... Забрать джин. Кулаки МП5, пожалуйста. Че вы там, раздавайте эту всю хуйню быстрее. Ну на мне вроде есть каска и кулак. Призан, Забраджин. Забраджин, у тебя охуенный хэпал, конечно, 30 тысяч, блять, маны, блять, ты меня не уронишь. Синтек, подушка, там, смотрите, за мишкой, за войдом. У тех там эти есть, как они называются. Ревностные, блять. По шаманам дали кулак? Войд, выбей себе чарку общую с ТТГ, будете тоже ревностный. А, ну да, кстати. Как она, как называется чарка?
А киса что не хватает? Кто кулаки дает, сука? Паладины, блядь, 4 штуки. Рарник или Зображин пусть дает. Холи Дринг дал прото, Лингрен дал каски. Общая чарка называется защитник. Рарник, что даешь? Будете бафать или нет, блядь? Кто опять, блядь, полиповер сменил? Зображин, кресты, рарник, кулаки. Чего вы там? Не проебите медведя, блядь. Перед 33% изображать не забывай бабл и массакру. Науга под ебалом не стой. Там как-то рейндж получше набирайте в центре, чтобы боссы не отхиливались на фул. Сейчас перед копией будет последний. Фул ходки там накидайте на мишку. Щитки, молитвы, восстановление, всю хуйню. 34%. Давайте, давай бабл массакру. Все, три танка захиливаем. Дерево, уйди. Уйди, уди, там где-то в серединке встань. Все, главное до трех танков дотягивайтесь. Полидринка не уронить. Все там два ляма набирайте. Да, грау медведя дохуища, нахуй, у ДК столько нету. Как это могло произойти? Мишки одни криты, блядь. Вот это вот увечья усиленное, урон увеличенный, апает неплохо урон, этот агро. Там будете снимать исступление, прием? Паладины сегодня дадут кулак по себе. Ага, и поваром каску кулак. Метки вправо. После влево. Боя, после боя. В центре, в рейде метка красная. Выбеги, блядь, треугольник.
Так, рарник с холидринком. Там кто дальний, кто ближний, разберитесь там. Я на боссе. Забегайте сюда быстрее. Я справа трэш половлю. Так, где там? Кто там с вас потанчит свет? Холидринг или рарник? Что за разница? Че, будем на два мира или зергать? На два? Я не люблю зергать. Я если зергать буду, то только Геру. Когда ее нерфанут по хп, блять, когда ДПС у нас будет на двадцатке, тогда... Вот Геру я люблю. Давай, я тогда свет танкану. Ага. Как его зеркать? До сотки. Ну, прочитай, что такое материальность, и узнаешь. Урон на 400% по боссу увеличен. Так, ну давай, холидринка сюда, пати. Вау, вау. Стойте там на той стороне, не пульте. Рыбку нужен. Чё нужен? Рыбку. Если магия, есть, дайте стол. Сессию кого-то поставьте, сейчас я это босса подожду, поставлю метки себе. Так, ровистый в сове. А, вон Биг Дэв во тьму. Так. Тут 9, а тут 8. На кого-то в свет. Просто мы Лингрена с рарником свищнем. Рарник ты будешь свету дамажить, а Лингрен во тьме. Ну и, это. Ну и еще, а нет, давай тогда еще, ладно, давай призана в свет ебанем, вот так получше будет. Так, значит, первая, вторая пати во тьме остаетесь, а третья, четвертая выходите в свет, это на последней фазе. По хилам Зубраджин свет, и кто с вас ДЦ? Даунт. Так, ну ты будешь это... Как он называется, блядь? В свету с холипалом. А... Что, вы все в портал забегаете, а я просто стою и чилю с двумя танками, да? Да. Зубарджин, Мардаунд и Холидринг не заходят. Просто ждут третью фазу и стоят чилят, ждут Холиона. Метку к стенке выносим. Во тьме диспелить. Кто там? Вон там на отсена диспель. Хуй пойми, как прочитать ник правильно, не знаю. Сена, короче. Вот, синтек, подушка, сена. Не уроните Войда, блять, в тьме Мишку, блять. У меня ревностного нету, нихуя, это не ДК. Может пробить. Так, вон рыба стоит, жрите. Так, ты будешь пулять, да? Где не париться. Так, сейчас. Во тьме. Биг Дэм будет кружком путеводным. Если кто-то... Дайте ты тут чей каску нормальную повару. Вот это вот 6-минутную. Нормальные бафы, давайте уже быстрее.
Когда поели, вставайте в квадраты медведя, сюда за линию, чтобы когда бой не начался, вы, блядь, не отказались за огнем. Все, проверка. Что-то долго вы сегодня были с кулаками, с этой хуйней. Сено, на сено, на сено, блядь. Все готовы, это самое. Тебе отчет давать или как, или просто побежишь? Да, как хочешь. Короче, даю отчет, никто не двигается, только танк бежит. 3, 2, 1. Давай сейчас выровняем. Узреть начало эры разрушения. Угу. Ну что там? Встаньте сбоку, как стояли, блядь. Перебегайте. Немножко сдвинули, ничего. Не критично для обычки. В огне не стойте, блин. Имя, имена, сено, Акиса, блядь. Перейдите на другую сторону, нахуй, сука. Вы что, блядь? Вы не занимаетесь? Герри вы бы уже, блядь, сгорели, нахуй. Минус 4, блядь. Минус 3. Метеор. Перебегаем. Блять, весь старт запороли. Заходите с луны будете. Заходите с луны. Синтек, сука. Засранец, блять. Какого хуя ты лезешь туда? Вы будете хилить там? Два хила, блять. Давай, мордаун, заходи во тьму. Сделай так, чтобы я не упал. А, вы что, блядь? Ай, блядь, пизда просто, нахуй. Подушка, вставай, оставайся в свету. По команде хулипал, зайдешь во тьму. Сука, хильте людей. Блядь, долбоебы, нахуй. Ложимся, нахуй. Заходите в лужу, блядь. Вы что, сука, совсем ебанулись, блядь? Вы вообще забыли, как тут играть, блядь? Какая РС гер, если вы в обычке нихуя не делаете нормально, блядь? Стоят под ебалом, вам рассказывать, как дракон... Заходите в тьму, умирайте. Вы с ней заходите, забагается игра у вас, нахуй. Если вы это, блядь, не запомнили, сколько на Сирусе играете. Все, свейдился босс, заходите. Блядь, вам все разжевывать надо, блядь. Каждую неделю ходим в РС-ку, блядь, вы... Исполняйте какую-то. Под ебалом у дракона не стоять, блядь. Стоять сбоку. Нихуя не нажимать, когда танк агрит, блядь. Он отводит его, ставит, поворачивает, как он был. Ставлю рыбу. Вот жрите, где рыба лежит, там рядом и жрите, блядь. Слезьте с маунтов со всяких, блядь. Не заграживайте нихуя. Подушка, блядь. Кружок для кого стоит на бигдеме, блядь? Чтобы вы не сдыхали ни в лезвии, ни в дыхании, блядь. Кружок что, под ебалом стоит, что ли? Со мной вместе, что вы сдыхаете, блядь? Вы мне просто объясните, блядь. Или мне 10 хилов спекнуть, что вы, блядь, пятером сдохнете, и остальные будут дохиливать за вас. Да, блядь, или жопу с хвостом, и ебало с хвостом с жопой перепутали у босса, блядь, я не понимаю. Блять, пиздец, нахуй. Лишней хуйни не делайте, блять. Стойте в кружке. Вот он, кружок во тьме, блять, на бигдеме. Стойте в нем, хилы, блять, все там. Фиг на пул. Это... Отчет для танка. Стойте, ничего не трогайте, блять. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь. Узреть начало эры разрушения.
ты стаунта в следующий раз начинай. Он мгновенно появляется на боссе эффект. Он не сдвинется. А эта хуйня пока летит, он выбирает цель в рейде. Вот это в рейде кто диспелит? Мордаунт вылетел. Ой, рассеивание. Подушка, зачем ты диспелишь? Ложитесь в лужу, заходите. Блять, мне позвонили опять. Ложитесь. Подушка, я не понимаю, что с тобой, блять? Ты играть не умеешь? И что? Что это за хуйня? Не, объясни, пожалуйста. За прошлый и за этот. Да. Сейчас полтинник сделаю, макрос. Когда сэвэдится, босс, скажите. Заходите. Будем. Подушка. Пылающий огонь диспелится у края, когда его вынесли. Ни разу не была, что ли, в Ирэске? Ты первый раз? Офигеть. Тогда не диспель вообще ничего здесь. У тебя, может, ДД какой-то спек есть, подушка? Какой-нибудь, блядь, Элим, там, хуй знает, 5к ДПС. Что-нибудь есть такое? Энх, хуй знает, что-нибудь. Дракон, самое главное, стой в кружке во тьме. Тебе тьму хилить. Тебе нельзя сдохнуть. Ты сдохнешь, я упаду. И будет вайп рейда. Че там, блять, рыба была или нет? Вот рыба. Зайдите за линию. Ну-ка, да, сейчас я попробую спулить. Принимайте готовность. Только это, тарелку не кидай. Сейчас, подожди, я спулю. Если получится, ровно заберешь. Сейчас там напулы на меня идут, так что придется постоять. Напулы все равно дохуя, агра дохуя. Сейчас он меня будет бить. Какое-то время. Подожди, пока стаун. Сейчас спадет напул. Все, стопнул атаку. Ага. Перебегайте, рейд. С Довакина диспел. Почему ты стоишь, сука, Довакин, блять? Ладно, отпрыгнул куда-то, вроде не сдох. Два процента, 4 секунды, 1%, 2 секунды. Так, успели перевести. Со стороны луны. Заходите. Кружок все глазами нашли, кто во тьме там, блядь. Хилы все, блядь. Внимательно стоим в кружке, чтобы не сдохнуть на лезвии. Так, лезвие. Немножко назад к хвосту сместитесь. Все, сейчас лезвие будет. Вот лезвие. Где оно исчезнет, там в следующий раз и появится. Когда там третья фаза наступит, первая, вторая пати, стопните дамаг. Чтобы материальность это догнать успели. Лезвие смотрим. Третья, четвертая на выход. Первая, вторая, стопните дамаг. Шалфир, выходи. Сначала с диспель, потом выйдешь. Цвету, говорите, кто там голосом. Третья, четвертая на выход. Вон портал в хвосте. Первая, вторая, стопните. Покурите пока. Свету там 60. На мобиле дрожжи выходим. Ну так это самое. Призан, давай Геру свету. Встаньте сбоку, значит. Дисгрейс выноси. Сука, ну диспельте нахуй. Зачем? Не там. Сука, Синтека, ты в лезвие нахуя бежишь?
Равис треса и синтеков свету. Давайте, хильте, рейд хотя бы захильте, блядь. Встаньте в свету, блядь, с одной стороны. Метеор перебежали. Встаньте с одной стороны, синтек встал. Пока почиль там, короче. После лезвия зайдешь. Давай, подушка, хиль. На осена тоже хиль, блядь. А в отме бьем? Конечно бьем, блядь. Конечно бьем. 50 на 50, вон материально сверху. Процентики такие. Давай, это, подушка Геру. Вон синтек зашел уже. Но стресс выносил. Что ж вы, блядь, так рано диспелить-то? Да, потому что охуели, блядь. Метеор перебежали. Биг Дэм. Здорово всем. Привет. Че, у вас слот есть? Ну да, но мы Халеон уже добиваем. Сейчас второй, это, или ТТГ, наверное, соберем. Потом уже вторую РС-ку и второй ТТГ. А, вы сейчас ТТГ еще пойдете? Да. Ну ты во второй по составу попадешь, несы. Бля, да у меня 2 часа времени, по сути. Угу. Ну, в эту в ТТГ иди, и РС-ка после нее будет вторая. Сколько много чешек. Да пиздец, блядь. Угу. Ёбнуться. Одни чешки, блядь. Пояса, блядь. И ботинки хорошие. А я забыл, блин, что... Блин, зря я шаманом не пошел. Так. Забыл, что и ПГП это. Вот, мастер, чё, никому не надо, что ли, блядь? Призон 10. Кто там еще? А, Забруджин. Призон и Забруджин. Так, Забруджин, это у тебя не связанный, да, с этим, как он называет? Да их 2 пояса, блядь. А чё он у тебя не в гильдии? Я чё-то не вкуриваю, блядь. И на танка тапки надо кому-то. 10% изображен, блядь, пылесос. Ты что, не в гильдии? Ну да, должен. Хорошо, что никому не надо. Забирай, хули. Так, сейчас. Просто когда речь дойдет до топового шмота, тебе не получится его забрать. И так, так, гоняй, хули. Так что лучше. Просто ну, такая бесит. Лучше ЕП копить. Так, сейчас дам РС. 500. Подождите, 200 еще сверху, я же 700 сделал. Так, в ТТГ. Летим в ТТГ. Кто там пришел? Это. Дойдете до ТТГ, Фарла. Там шкаф ебанете. Это Фарла, говорил, пришел, да? Вот за Бруджина как раз свичнуть. Хуёвый палый.